Имя талантливого художника и ученого-биолога Сергея Ивановича Жданова давно известно за пределами Оренбурга, прежде всего как мастера блестящих рассказов о мире животных и птиц, населяющих наши степи. Сегодня он вновь удивляет оренбуржцев непривычной для нас темой своей новой выставки «Город и время». Когда мы вот сейчас прошли, посмотрели на фотографии, при том фотографии нескольких эпох, я вспомнил себя, может быть, маленького, когда был деревянный мост через реку Урал, когда много еще было в городе не так, но город растет, город развивается, меняются люди, но наш город становится прекрасней. У города есть душа, так же, как у каждого человека. Как в каждой семье, так же и в городе есть проблемы. Город может быть веселым, грустным, а город, он живет во времени, и мы живем во времени. Нам просто посчастливилось, что мы сегодня вот говорим с вами, я показываю вам выставку. Мы в одной промежутке времени живем, и вот когда строят что-то, памятники ставят и сохраняют культурное наследие, и сохраняют имя людей, которые вложили душу во все эти объекты, вот тогда есть будущее у нас. На этот раз задача Жданова – жизнь города во времени. Контрасты природы в зависимости от смены года. Современный экскурс в прошлое. Так я стремился сфотографировать, чтобы по снимку можно было понять и прочитать фотографию. Не посмотреть на нее, а прочитать. Если несколько фотографий здесь посетители прочитали, для меня это большая радость. Это рассказ о жизни города. Я рассказал о своих любимых снимках на фоне храма «Красный след». Это мой след во времени. Я на большой выдержке фотоаппарат фотографировал, а я просто прошел перед фотоаппаратом, и на снимке остался мой след. И девочка, мой любимый снимок, которая хочет выглянуть в окошко. Вот. Это ростки, хотя и окошко старое, и кажется, и мир меняется быстро. Но я хочу, чтобы когда она выросла, то выглянула в окошко и увидела прекрасный мир, прекрасный город, в котором мы живем. Рассматривая фотографии Жданова, невольно по-новому открываешь знакомый мир любимого города. Катерина Мизгирева, Алена Блеч, телеканал ВТВ.